Водитель устроил погоню в Череповце. Экипажу ДПС поступил сигнал о том, что на одной из АЭС заправил машину нетрезвый водитель. Машину нашли, однако мужчина не подчинился требованиям инспекторов об остановке. На перекрестке улиц Толиваров и проспекта Победы машину нарушителя развернула, и она остановилась. Транспорт заблокировали, машины ДПС. 56-летний водитель отказался проходить тест на алкоголь. На него составили ряд административных материалов. Выяснил, что ранее он был лишен прав за езду в нетрезвом виде. В отношении череповчанина возбудили уголовное дело, ему грозит до 2 лет тюрьмы. Незаконную продажу спиртосодержащей продукции пресекли вологодские полицейские. В одной из торговых точек на улице Разина сотрудники полиции выявили факт продажи с нарушением действующего законодательства. Из оборота изъяли 30 единиц спиртосодержащей продукции объемом по 100 мл каждая. Кроме того, на улице Козленской полицейские выявили еще один такой факт. Из оборота было изъято 13 единиц спиртосодержащей продукции объемом по 99 мл каждая. В отношении продавцов сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении. Кражу денег раскрыли череповецкие полицейские. С заявлением обратилась сотрудница магазина, которая сообщила, что из кассы пропали 10 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело.